Ребята, всем привет! Не буду вас долго задерживать. Хотел просто кое-что сообщить, кое-что сказать и поделиться с вами информацией одной, на которую я сейчас наткнулся в Инстаграме. Короче, сижу, жду друга, листаю в Инстаграме, и мне по рекомендации попадается одно видео одного известного блогера, о котором я вообще другого мнения был. Вот. И, короче, меня так это как-то задело, что я решил на это записать видео. Я никогда не хотел ни против какого блогера записывать видео. Но здесь так выпало, особенно против него, потому что я как-то всегда, смотрел на этого человека с другой стороны. И, в принципе, ради этого человека я только начал снимать видео. Если честно сказать, этот человек, его зовут Александр Кондрашов, мне кажется, многие из вас его знают, известный блогер, канал миллионник сейчас. И, короче, в Инстаграме выпало видео, когда он сидит дома, либо, по надписи видео дома, сидит, сейчас я вам его включу, вот посмотрите, кто не видал. Саша. Ага. Ой, какой красивый, ты кто такой красивый? Черт, блин. Настя, уйди со света. И там вон снизу вон стоит же, что типа завел себе нового питомца там дома, домой, да? И отметил еще Афоню ТВ там. Почему его отметил, хрен его знает. Ну, и кто знает Афоню ТВ, он чуть повернутый тоже. По поводу этого животных там это вот просто вопрос у меня возникает, что какого хрена вы заводите себе таких животных домой? Вы что там вообще жиру беситесь, что ли, все? Вам я не знаю, нормально не живется, да? Не знаю, ну в чем проблема? Зачем заводить животное такое, особенно такое, льва? Я не понимаю это просто. Вот, если я не прав, тогда можно меня поправить. Тогда объясните мне, пожалуйста, зачем вот такой пост? Зачем? Может быть, сейчас будет, зальется еще какой-то пост, и плюс еще какое-то видео зальется, где типа они спасают животное. Понимаете? Где они будут спасать животное. Вот. Так мне вообще интересно, да, даже если кто-то спасает, интересно, откуда они его спасают, почему это животное вообще в Москве находится. Но это без разницы. Просто, ребят, меня это просто так задело, что я решил просто записать на это видео небольшое. И хочу вас попросить, ребят, если вы поддерживаете меня, тогда, пожалуйста, распространите это видео. Если это каким-то образом дойдет до него, да, тогда я бы хотел бы от него бы услышать, почему. Конечно, ответ на это, наверное, мы не услышим никогда. То есть я, наверное, он мне никогда не ответит, я думаю. Кстати, я написал в Инстаграме, конечно, он не ответит, это ясно, но... ответил кто-то за него там, ну или либо кто его там поддерживает, типа, да ты не понял, там он спас животное. А почему тогда указывает, почему он не написал, что типа вот мы вытащили там животное оттуда, как бы так, это же было бы еще бы как-то бы, знаете бы, если на это уже пошло, да, вот если вы мне отвечаете так, вот вы мне скажите, вот не лучше написать такой типа пост скинул, типа, я спас животное, ребята. Блин, ну тогда тебя все будут поддерживать, да, какой ты классный, да, я так считаю. Я считаю, это неправильно, я считаю, это должно быть наказано. Как вообще может человек такое иметь? У меня много чисто с этим... Есть, да, многие, которые держали львов там и это... Но это же тебя безбашенные люди были, да? Возьмите Майк Тайсона. Сань, ну тебя что, с Тайсоном сравнивать? Ну тот же тебе вообще придурок был. Ты же более адекватный человек. Зачем ты вот это высылаешь? Зачем вы вот это выставляете вообще? Чтоб на этом хайпануть или как? Я это не понимаю просто. Это показуха была же, да? Зачем отмечать Афоню?
типа, Афоня, смотри, у меня лев, а у тебя саванна, да, или что у него за кошка дома? Кстати, тоже саванна кошка, тоже Афоня ТВ, тоже она не домашняя кошка. Как бы так. Так что, ребят, я надеюсь, короче, долго вас больше задерживать не буду. Меня просто так бомбануло сейчас, что решил записать видео быстро на это, чтобы не забыть потом о слова и мои эмоции, потому что я считаю, если это правильно сейчас я что высказал. И, ребят, если вы меня поддерживаете, так что давайте, распространяйте чуть это видео, а? Давайте, пусть оно дойдет до его. Ну, посмотрим, будет ответ какая-то или нет. Но если нет, останется все на его совести. А вам приятного дня, вечера, утра. Все, давайте. Спасибо всем. А, ребят, кстати, переходите на Инстаграм, подписывайтесь. Там, кстати, вот видите, вот информация вот эта мимо вас бы и пролетела бы, если бы я бы сейчас бы ее не высказал бы. Так что давайте. Всем счастливчик. Давайте, пока.